Состоялось чествование команд гандбольного клуба «Гомель». В минувшем сезоне обе дружины поднялись на пьедестал национального чемпионата. Мужчины четвертый год подряд завоевали бронзу. Женская команда и вовсе повторила успех сезона 2015-2016. Гомельчанки подтвердили статус победительниц Балтийской лиги, Кубка и Чемпионата Беларуси. Как было отмечено в ходе чествования, все мысли уже о сезоне будущем. Тем более, что чемпионат будет проходить по новой системе, без раунда плей-офф. И времени на раскачку не будет. Ко 2 сентября, к началу чемпионата, команда должна уже на пике формы подойти, 100% готовности. Время на раскачку не будет, каждая потеря, каждая осечка потом может дорого стоить по весне. Будем готовиться на каждую игру абсолютно, начиная от аутсайдера, заканчивая нашими дерби. Поэтому все будет очень серьезно на протяжении всего чемпионата. В новом сезоне не без кадровых изменений. Мужскую команду пополнила гомельская перспективная молодежь. Есть и потери. Алексей Ушал перебрался в столичный СКА. Денис Волынцев решил податься на легионерские хлеба. Это спорт, и как бы перемены — это нормально. Немножко нервничаю, волнуюсь, уезжаю. Могу сказать точно, это не Беларусь. Это подальше. Как подпишу, дам знать. В обойме Томаша Чатера также новички. Пока главное приобретение – украинская разыгрывающая Леся Смолинг, перешедшая из львовской галичанки. Присматриваются к местным воспитанницам. Потери же более серьезные. Завершила игровую карьеру Наталья Платонович. Прекратили сотрудничество с клубом россиянки Юлия Голубева и Оксана Артамонова. Юлия пробует свои силы в одном из европейских чемпионатов. Оксана решила сделать паузу. И хочется остаться, и нужно немножко сделать мне перерыв. На самом деле я не ухожу в другую команду, я просто беру паузу в спорте. Вот. Все возможно, что после Нового года, может быть, я здесь и окажусь вновь. Поэтому в связи с состоянием здоровья пока что приняли такое решение. Как бы я думаю, что оно пойдет на пользу мне. Селекционная работа продолжается. В ближайшее время, как уверили в клубе, без новичков не обойдется. На этом пока все.